Check out this clown show in Russia. You don't need translation, everything is self-explained. Такой, и нас сразу встречает как бы заглавная картина этой выставки. Картина из собрания Третьяковской галереи, она называется «Радуга». Вот у этой картины перед нами действительно реально Дух Божий. Вот от рассвета до заката, утро на море, солнце только-только поднимается, и все еще в этом мареве утреннем. Это тема встреч, прощаний, и эта картина интересна еще тем, что в ней нет вот этой красочности, броскости, которая нас так увлекает во многих и многих картинах художника. А все очень сдержанно. Сурово даже, немножко сумеречно в этой картине, но очень все верно и очень убедительно передано художником.